Всем привет! Сегодня мы снимаем прогулку с Хлоечкой. Мы совершенно недавно вышли на улицу. Вот наша колясочка, такая вот у нее крыша. Хлоечка смотрит на нас. Я поставила автолюльку, и крыша у нас с москитной сеткой. Потому что очень много мошек всяких летает. Я взяла с собой Хлоечке молочко. На всякий случай, если она захочет кушать. Также тут у нас такая вот цепочка или прищепка. И также салфеточки Зева, так как я немножко приболела. И, в общем, носила их с собой везде. Вот такая вот у нас колясочка. Это наша новая. Погода у нас на самом деле не очень. Есть ветер. Я думаю, что сегодня мы купаться не будем. Вчера мы купались вообще очень долго, весь день практически. Вот наш бассейн. Вода на самом деле там теплая, очень даже теплая. Но я думаю, что сегодня купаться мы уж точно не будем. Мне на самом деле очень страшно, потому что я боюсь, что сейчас польет дождь, так как он у нас сегодня должен был идти целый день, но вот тут притих, хотя погода очень теплая. В общем, у нас начался дождь, мы зашли во двор, и Хлоечка у нас заплакала, захотела кушать. В скором времени я хочу заснять обзор на нашу коляску. Если же вы хотите этого обзора, то просто ставьте пальчики вверх, и обязательно для вас его засниму. Я думаю, что дождик у нас уже скоро закончится, и мы снова сможем выйти на улицу. Хлоя у нас одета в бодик с длинным рукавом. И вот такие вот фиолетовые колготочки и тепленькие носочки. Я планировала одеть и какие-нибудь кроссовки, но у нас нет подходящей обуви для Хлои, потому что у нее маленькая ножка. Да, вот так. Дождик так и не заканчивается, если же он не закончится, то, скорее всего, мы пойдем домой. Дождик у нас сейчас только что закончился. Трава очень сырая, но все же мы немножко погуляем и пойдем домой обедать. Ну вот и все. Это была вся наша прогулка. Я надеюсь, она вам понравилась. Спасибо за просмотр и всем пока!